человека, который бы не слышал о популярном направлении кей-поп. Это музыкальное направление возникло в начале 90-х годов прошлого века и представляет собой корейскую поп-музыку. Отсюда и название. Сокращение от Korean Pop. Это направление заключает в себе элементы танцевальной музыки, хип-попа и современного ритм-н-блюза. Но где же в Беларуси можно встретиться с любителями BTS и корейской поп-музыки? Команда торгового центра Momo в Минске устраивает целое мероприятие на эту тему. Очень 24 июня организаторы приглашали всех желающих на яркий фестиваль. В программе было много, очень много танцев. Мастер-классов. Рисуем айдолов, делаем лотос из гофробумаги, конкурсы на скоростное поедание риса и кимчи, выступления кей-поп-команд и любимые песни. Коллективные обнимашки, караоке и незабываемое зрелище – танец с веерами Пучичум. Данилушка, скажи, пожалуйста, что тебе больше всего понравилось на фестивале? Ну, да, вот мастер-класс по рисованию, вот хороший, там, вот что у меня там вот, получилось, такое, хорошее. Мне он самому даже нравится. Да, при том, что ты никогда не рисовал, правда? А танцы тебе понравились? Немного я видела танцев, но такое, что успел посмотреть. Понравились, как танцуют ребята? Да, посмотрел, вот, ну, да, круто танцуют, конечно. Доченька, расскажи, пожалуйста, что тебе понравилось в сегодняшнем празднике? Тут танцевали очень красиво. Можно узнавать все новое. А где ты сейчас была? На репертуаре. Про то, что можно развлекаться и делать всякое новое. На мастер-классе, да? Да. А кого ты рисовала? Лису. Что было сложного, а что было простым? Смешивание цветов очень красивое, но сложное. Но сложное. А тебе понравилось разукрашивать? Да. Приходите с 16.00 до 20.30 и прекрасно проведите время с единомышленниками или друзьями. Ведь торговый центр «Момо» старается стать местом, где можно хорошенько отдохнуть.